Доброй ночи. Веду свой репортаж с квартиры «Бавария», которая находится в Харькове, в центре города, в историческом центре города, по адресу Павловская, 2. Этот дом, это старый дом, сталинский. Здесь очень высокие потолки, что и натолкнуло меня на мысль. В спальне, вот спальня, прикрепить на потолок, на цепях повесить бревно. Вот мы видим, оно у меня ровно над головой, оно висит на цепях. И на бревне канделябры со свечами. Вот мы можем наблюдать, как свечи мерцают. И они мерцают всю ночь. Мне это очень нравится, когда я ложусь спать. Я всегда оставляю включенным это бревно. Просыпаешься и смотришь, как огоньки мерцают, и спокойно засыпаешь. Это квартира в старинном стиле, в баварском, я так считаю. На стенах страшные баварские надписи, но мы сейчас их не видим. В зале, в каминном зале, соответственно, камин. Приезжайте к нам, заходите к нам на сайт elitki.com. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, заходите на соцсети. Мы элитки, элитные квартиры. Будем очень рады вам. Встретим, разместим. Пока!